Свинка Пеппа. Я свинка Пеппа. А это мой младший братик Джордж. Это мама свинка. А это папа свин. Свинка Пеппа. Летим на каникулы. Пеппа и Джордж едут отдыхать. Сейчас они собирают вещи. Нельзя же брать все. Но мы хотим взять все наши игрушки, папочка. Хо-хо, возьмите только самые любимые. Хорошо. Я возьму мишку. А Джордж может взять динозавра. Мама-свинья берет с собой на каникулы огромный чемодан. Ух ты! Сколько же ты набрала, мама-свинья? Ты уверена, что все это пригодится? Да, здесь все необходимое. Хорошо. Это пришла овечка Сьюзи. Привет, Пеппа. Не хочешь поиграть во дворе? Сегодня мне не до этого, Сьюзи. Я уезжаю отдыхать. О, и куда же ты едешь? Я не знаю. Туда, где все обычно отдыхают. Отдыхать хорошо. О, бабушка с дедушкой. А зачем вы приехали? Мы будем кормить твою золотую рыбку. А также ухаживать за ней, пока ты будешь на каникулах. Вот Голди. Только не перекармливай ее, бабушка. Хорошо, Пеппа. Мистер Бык подал к дому такси. Он повезет Пеппу и ее семью в аэропорт. Привет, папа свин. Давай я помогу тебе с этим чемоданом. Какая тяжесть! Зачем вы везете столько вещей? Нужно! Там все необходимое! Пока! До свидания! А то пока! Это местный аэропорт. Счастливо! Отличного вам отдыха! Билеты, пожалуйста. Прошу вас. А багаж? Есть. Только, боюсь, он у нас слишком тяжелый. Не беда. Ставьте на весы. Там было что-нибудь ценное? Нет. Что-то еще? Да. Мелкий багаж вы можете взять с собой в салон. Проходите на ленту досмотра. Это аппарат для осмотра багажа. Что это такое? Эта машина просматривает вещи изнутри. Пожалуйста, кладите свои вещи. Ух ты! Моя сумка! А в ней мой мишка! Динозавр! Просто чудесно! Это самолет, который доставит Пеппу и ее семью к месту отдыха. Самолет! Джордж любит самолеты. Добро пожаловать на борт. Надеюсь, вам понравится полет с нашей авиакомпанией. А можно я сяду возле окошка? Хо-хо, конечно, Пеппа. Да, Джордж, ты тоже можешь сесть к окошку. С вами говорит капитан корабля. Все готовы к взлету? Все, уважаемый капитан. Ну, тогда в путь. Смотри, Тедди, мы взлетаем! Что тебе видно из иллюминатора, Пеппа? Сплошные облака и дождик! Ой, а вот и солнышко! Это потому, что мы летим над облаками. Самолет продолжает набирать высоту. О, мы что, летим к солнышку? Нет. Но там, куда мы летим, его предостаточно. Высоко самолет достигает облаков. Солнышко, отзовись, Пеппу в гости пригласи. Пеппа и ее семья все ближе к месту, где они проведут свои каникулы. Продюсер Фил Дэвис, авторы сценария и режиссеры Марк Бейкер и Невил Астли. Свинка Пеппа.